Украшением первомайских каникул были жаркие волейбольные баталии. Отечественная суперлига на финишной прямой. 2 и 5 мая состоялись матчи в финальной серии за 5-е еврокубковое место. Его судьбу между собой решали наш клуб «Белогорье» и новосибирский «Локомотив». Командам хватило 2 игр. И, увы, и в Белгороде, и в Новосибирске «Локомотив» оказался сильнее. «Белогорье» закончило сезон на 6-м месте. Надеемся, что новый розыгрыш российского чемпионата станет для нашей команды более успешным. Телеканал «Мир Белогорья» ведет съемку всех домашних матчей волейбольного клуба «Белогорье». Значит, только у нас есть самые яркие моменты игр и победных, и не самых удачных. Давайте еще раз переживем перипетии борьбы «Белогорья» с «Локомотивом».